Последнее время мы как-то мало обращали внимания на нашего маленького зрителя, а ведь для них театр – это настоящий волшебный мир. Настоящий, потому что актеры – это живые люди, живые, но при этом способные на самое необыкновенное перевоплощение. Мюзикл «Иоахим Лис. Детектив с дипломом» последние полгода радует маленьких театралов забавной историей, яркими костюмами, задорными танцами, прекрасными стихами и чудесной музыкой. Эта добрая сказка по повести шведского писателя Ингемара Фьёля появилась на театральных подмостках бывшего Советского Союза лет 20 назад, когда увлеченные неожиданным сюжетом поэт-песенник Юрий Энтин и композитор Геннадий Гладков написали детский мюзикл. Спектакль появлялся то тут, то там, но через некоторое время оказался под забыт. И вот пришло время вернуться к зрителю. За дело взялись режиссер-постановщик Анастасия Гриненко и балетмейстер Дмитрий Якубович. И мы подумали и решили поставить именно эту сказку, потому что, естественно, это музыка Геннадия Гладкова. Вот. Мы с ним сотрудничаем уже не первый год. Сам Геннадий Игоревич предложил, раз уж у нас такая вот завелась форма отношений, предложил расширить вот эти отношения и вывести за рамки театра. Так в Минске появился творческий коллектив, представивший антрепризу «Театр Геннадия Гладкова. Территория мюзикла». Большинство сказок мы знаем наизусть. Стоит прочитать первую строчку, мы уже точно можем сказать, чем закончится история. А вот куда приведут Иоахима Лиса и его приключения, догадается далеко не каждый. История действительно неожиданная, незачитанная до дыр и привлекательная своей новизной. Украдено 10 банок малинового варенья. Под подозрением все жители сказочного городка. Где искать преступника? И вот за дело берется дипломированный сыщик Иоахим Лис. Это как вот в детстве игра, такие вот в слитки. Вот как-то идем по следу, там находим какой-то вот секретик, дальше идем, там находим секретик. На достигнутом постановщики останавливаться не собираются. Уже идут репетиции нового спектакля. Постановки «Сватовство гусара» по одноименному знаменитому фильму. Думаю, что это будет очень такая смешная, веселая история для взрослых. Можно прийти, отдохнуть вдоль, посмеяться, переодевание, там смешные такие коллизии, опять-таки хореография, песни, ну и совершенно замечательная музыка Геннадия Гладкова. Геннадий Гладков обещал приехать на премьеру, так что, возможно, зрителям вскоре удастся увидеть не только новый спектакль, но и любимого композитора. Дорогие малыши, берите за руки своих мам, пап, дядей и теть, бабушек, дедушек и срочно ведите в театр. Покажите, расскажите им, сколько невероятного и прекрасного прячется за кулисами.